Всем привет, с Макс 2019. Сейчас нахожусь на перехватывающей парковке в Быково. Здесь работают волонтеры, помогают машину припарковаться. А дальше стоят автобусы, которые уже отвозят на самом мероприятии, на авиашоу. Все, приехали мы на автобусе к авиасалону «Макс». Где-то заняло по времени 25 минут дорога. И вот здесь, смотрите, стоит такая очередь уже, чтобы сюда зайти. И надо будет предъявить уже здесь билет и пройти рамки. Билеты можно приобрести после рамок досмотра. Так, здесь мы проходим рамки, смотрят рюкзаки, а также открываем воду, делаем глоток. Ну, это фишка интересная, я такого еще не видал, что заставляет открывать воду и делать глоток воды. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошего дня. Спасибо. Всем показывал билетик, и вот перед нами МАКС 2019, международный авиационно-космический салон. Сейчас в планах пройти по правой стороне, посмотреть все техники, которые здесь выставлены, и показать вам. Ну и сам посмотреть. Извините, а программок у вас нету? Нету. У нас только путеводитель. Можно? Да, да. Спасибо. Итак, я буду двигаться по правой стороне и смотреть самолеты. Первый у нас встречает самолет «Антонов». Флаг Беларуси. Так, идем дальше. Сейчас время, получается, около 10 уже утра. Народу, как видите, очень и очень много. Так, дальше у нас самолет. Все, сейчас подойдем поближе, посмотрим название его. Ну, конечно, интереснее больше к современной технике подойти. Но давайте все самолеты посмотрим. Так, самолет ТР-301 ТВ. Нижние крылья это 500 килограмм убрали. Вальтер весит 200 килограмм, а Ш-62 800. На тонну меньше, чем два. Летучий, 9 метров в секунду поднимается, если пустой. Ан-2, даже если пустой, ну, в лучшем случае 5 метров в секунду. А он 12 человек? Пассажиры? Пассажиры? До 15 это разведение. 9 это прикладно. Так, двигаемся дальше. Немного подслушали, о чем говорят. ТР-410. Многоцелевой высокоплан с двумя турбовинтовыми двигателями, предназначен выполнение широкого круга задач в простых метеоусловиях. О, вот это да. Вот это я понимаю. Вертолет ТР-126. Ребята, там сейчас будет поинтереснее. Так, вот это уже да. Вот это уже да. Вот повезло малышу. В боевом вертолете побывал. Вот так вот девушка покоряет вертолет. Не всем дано там побывать, но вот она уже там. Thank you.
300 рублей. Крейсерская скорость 270. 28 НТ. Ночной охотник. А, это совсем. Так, смотрим. Вот это интересное зрелище. Не каждый раз такое видишь. Будьте так добры, стороночку, пожалуйста. Стороночку, стороночку, пожалуйста. ВРТ-300 – многоцелевой беспилотный аппарат. Так, вертолёт «Россия». Самое спирательное здесь место. Так, вертолёт «Ми» стоит. Смотрим. Это у нас К-32А. Интересно, что у него здесь такая запушка спереди. А, пожарная, наверное, поливать. Тушить пожары, скорее всего. Так, смотрим дальше. К-62. Вертолет среднего класса, максимальная взлетная масса 6800. К-226Т, легкий двигательный вертолет. Двигаемся, двигаемся дальше. Вертолет «Ансат». Так, здесь у нас гражданский аэропарк стоит. Ребят, вот здесь будет намного интереснее, смотрите. Боевые самолеты стоят. Сейчас мы и туда подойдем. Так, интересно. Летающая лаборатория. Дальше. Летно-исследовательский институт Громова. Ту-154Н. На этом самолете многие, я думаю, летали раньше. Сейчас таких я уже в аэропорту не встречаю. Дальше. Ил-76ЛЛ. Так, а здесь нас ждет Ми-8, наверное. Да, это Ми-8. Рабочая лошадка, я бы ее так назвал. Но самолеты, конечно, впечатляют своими размерами.
Вода без газа 100 рублей, вода газированная 150, пиво «Жигули» 250. Такие цены здесь. Чипсы 100 рублей, попкорн 200. Немного с ценами самолеты. Здесь выстроилась большая очередь желающие попасть смотреть вот этот самолет. Что-то желаниями стоять нету. Так, двигаемся дальше. Росгвардия, везде Росгвардия. Здесь у нас легенда Ил-2 стоит. Так, на этом самолете, наверное, летали раньше ночные ведьмы. Народу становится все больше и больше. Сейчас, наверное, уже ближе к 11. И подойти к самолетам уже тяжело. Так, а здесь самый популярный самолет. МС-21-300. Сейчас подойдем ближе, посмотрим. Которую так рекламируют по всем телеканалам российским. Вот на пиво, вода, лимонад. В 2020 году, если не ошибаюсь, собираются его уже массово выпускать. Посмотрим. Так, вот у нас самолет. Сейчас посмотрим. Это не суперджет случайно? Сухой суперджет 100, который... Народу больше и больше, больше и больше. Так, да, это суперджет 100. Ну, многие на нем уже летали. Так, авиакомпания Якутия. Здесь у нас самолет МЧС Д-200ЕС. Двигатель, получается, находится сверху. Константин Бабич.
сбоку, с другой стороны. Получается, этот ряд самолетов уже прошел и идет в обратном направлении. Смотрите, сколько много народу. И ведь сейчас больше и больше еще будет. Ну поверните, сказал. Сейчас время уже 10:30, и практически невозможно подойти к ограждению, где стоят самолеты. Серёг! Здорово! Привет, страна! Ты что, всё ещё приятно? Всё там же, всё там же! Как скат, блядь.
35S. Может, так надо? Он сам пошел смотреть сам по себе. Ему с нами не интересно. Нет, дай у него телефон, дай руку. Пошли дальше.